Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня у нас будет мега крутая и мега эпичная дуэль против около разработчика, или тестера, или разработчика, я так и толком не понял. Все, ребят, поехали. Парень, короче, по-русски говорит крайне плохо, поэтому, ребят, мы все это время с ним переписывались по-английски. Также хочу сказать то, что это не кликбейт, ребят, ни в коем случае не думайте, это не кликбейт, потому что этот парень действительно оттуда, сверху, ну вы поняли, да? И, пожалуйста, поставьте мне огромный лайк и подпишитесь на мой канал, потому что это очень-очень важно для меня. Ну и еще поставьте колокольчик и напишите любой хороший комментарий. Да, ребят, напишите, как вы думаете, кто же круче, Кента ПК, это я, или какой-то парень с медалью ветерана. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, это, кажись, будет жестко. Окей, я ему пишу let's go, и мы, ребята, будем потихонечку начинать. Let's go. Короче, ребят, поехали, и это наш первый раунд. И это будет очень жестко. Блин, ребят, у него медаль ветерана! Ой, мне стрёмно! Ой-ой-ой, кентухи, стрёмно! Так, братанчик. О, шит. Так, а где он? Ё-моё! Ё-моё! Он пропал! Люди добрые! Куда пропал этот молодой человек? Так, кажись, самое время закладывать бомбу. Да? Вы что скажете? Вот так вот, берем бомбу, закладываем... Йо, он тут! Ну, Кент, убей! Да! Фух, 1-0. Блин, ребят, вот это шуганулся, он меня хотел посадить на керамбит. Блин! Вот это, конечно, жестко. Ну что, продолжаем дальше. Давайте я себе куплю, короче, дробовик, потому что дробаш это то, что я люблю. Это то, что я люблю. Также самое главное купить гранаты. Потому что, как говорил один умный человек, ну или не очень, гранаты это полкатки. Братан, ты только меня сильно не убивай, пожалуйста. Мать моя женщина! Вот это было стыдно, ребят, мне за это стыдно, каюсь. Вот это, конечно, да. Но неплохо. Так, что куплю? Давайте в этом раунде я себе куплю АКР. А, блин, я бомж, мне не хватает денег даже на КР. Тогда опять дробовик, что поделать. Так, народ, он тут. Он тут, а зуб, думаешь, слева. Не, не слева. Мать моя женщина, это была просто самая быстрая смерть в моей жизни. Не, не слева. Так, кентук, давай собирайся, что такое? Я не понял, я в шоке. Это, ребят, конечно, меня немножко не радует. Чё-то я вообще сливаюсь, вот это да. Да, я это сделал, ребят, обожаю МП-7, это мое любимое оружие теперь. Раньше был UMP, теперь МП-7. Блин, вот это да, неплохо. По крайней мере, не в сухую я проиграю. Кент, опять посадили на керамбит! Блин, стыд и позор, кентухи. Но, вот если бы у меня был дробовик, я бы его убил. Поэтому мы покупаем опять дробовик. Кто бы что бы там ни говорил, мол, дробовик для нубов, но, ребят, дробовик нормальная тема. Поэтому не надо мне тут. Ля-л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 я. Ща мы убьем его, возможно, а может и не убьем. По крайней мере, попытаемся. Братан! Ух! Какой негодник-то! Походу хочет... Ну! Попал! Ну нет! Блин, ну он уже ж почти трупом был, у него же была ВП. И самое интересное, он мне все время попадает именно в голову. Блин, ребят, ну реально парень играет очень хорошо. Я, честно говоря, не ожидал. Так, а давайте-ка мы возьмем в этот раз АКР. А, была не была. И надо купить побольше гранат. Так. Мать моя женщина, так нельзя же так! Братан, ты чё? О май гад. Я ж думал, мы играем только Б. Он ли Б? Ладно, я... Ладно, это мой косяк, мы не оговорили это в условиях. Но я, ребят, думал, что мы играем только через Б, и он это понимает, потому что на дуэлях не играет на всю карту, потому что это как минимум тупо.
Ну окей, ладно, 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 это мой косяк, я ему не сказал, но я просто думал, что он и так это понимает. Ну ладно, погнали дальше. Опа, ослепил, ослепил, ослепил. Нет, плохо ослепил. Так, он где-то тут, а. Ёшки-матрёшки, ёшки-матрёшки. 14 хп. Рот мне в ноги. Как мало у меня хп. Даже очень мало. На нож. Не, не на нож. Desert Eagle Morgan у него. Да, ну так себе, дешевенький скин, кстати, на дигл у него. 6-2. Да, ребят, можете уже писать в комментариях, мол, Кента пока нуб. Уже можете начинать, я уже вижу, как вы пишете: Кент, ты нубло, тебя бы даже моя училка бы выиграла. Да, убил, фух. Я-то думал, все, хана мне, труба. Не, ребят, нормально, нормально. Какой счет? 6-3. Ну, скажем так, могло бы быть и получше. Опа. Опа, как вам моя флешка? Видали? Ну я так и знал, что он тут. И опять он меня в воздухе убил. Ребят, это просто Unreal. Вы видели, какой у него скин на ВП? Я в шоке, у него реально топовый скин на ВП. И, ребята, счет 7-3. Ну, как-то счет не очень, да? Бывало и получше. Ох ты, блин. Без комментариев, ребят. Реально, Туран играет очень хорошо. Вообще, парень красавчик. Ай-яй-яй. ГГ. Честно говоря, мне, ребят, даже стыдно это выкладывать. Но, ребят, это правда. Поэтому я это выложу. Надеюсь, вы меня поддержите вашим лайком, вашим хорошим комментарием. И никто, черт возьми, не будет меня обсирать. Все, ребята. Всем большое спасибо за просмотр. Большое спасибо Турану. Обязательно ставьте лайки, пишите хорошие комментарии. С вами был ваш Кент АПК и Около Разработчик. И всем-всем пока. Пока-пока.